Отдает передачу. Отдает Кураков передачу на... Ой-ой-ой. Хороший проход от Садовникова. Из Эндван забивает Садовников. Ну и здесь точно штрафном. Сравнивает. Рубцов со средней не попадает. Но тут снова Садовников. Вперед уже Дюк выходит. Передачу. Кузнецов в посте будет работать. И вот таким полукрюком здорово набирает очки. Паркет Беляев. Никто его не держит на дуге. Бросает треху и попадает. Засасывает трехочковый. Здорово, Кураков проходит. И Эндван забивает. Штрафной, как так? Не попадает. Здорово на подборе отрабатывает Копылов. И два очка после штрафного забивает. Вот. Беляев. Здорово. Здорово набирает свои очки Кураков. Баласанян. А здесь вот такой отличный проход от Воякина. Два очка приносит. Не торопится, позиционно будет начинать эту атаку. Здорово, отличный проход. Леха от Садовникова не попадает. Подбор. Здорово, подбор за Рыбальченко. И Рыбальченко трюк. Здорово! Со средней Сучков бросает. Копылов два очка тут забивает. И 8 очков он уже забивает. Тут снова пробежка для... Одного оставляет за углом. И Баласанян не попадает снова. Хороший рывок демонстрируют игроки Шарлот. И возвращаются в эту игру. Кураков в защите. Скидку отдает Воякину. Воякин дальше. На Сучкова. Сучков тут мяч теряет. И Кузнецов. Кузнецов, надо бежать, надо лететь. Бывает. Тайм-аут берут игроки Дьюка. Ну и мы с вами на небольшой перерыв отправляемся. Беляев. Фалы здесь. 27. Вернулись Шарлот в игру, но Дюк все равно не сдается и не отстает. Ну и здесь здорово, здорово Копылов по Инге обходит. Скидка. Бэм! Попадает трехочковый из угла Воякин. Руссов под кольцо снова на Беляева.
Здорово работает Копылов. Падает. Да. Ой-ой-ой. Не отработали снова в подборе, в защите. Балтанян сам решает пройти. Скидка на Ваяки, на Куракова. Сучков. Отлично, отлично разыграли Дьюк. И Сашка сбивает. Но после этого не реализовал 2 очка из-под кольца. Обидно. Кураков ставит засонному Кузнецов. 12-10 по результатам третьей четверти и 36-37 по ходу игры у нас пока что идет, но не попадает штрафной Кураков. И потеряли тут мяч игроки Юка. Здесь устремляется Воробьев под кольцо. По высокой траектории там мяч летит, но фалит Ваякин. Воробьев. Отличная скидка от Кузнецова. И Воробьев 2 очка легкие забивает. Отличный перехват от Беляева. Садовникова. И он со средней 2 очка забивает. Здорово! Сражается там за мяч. Кураков из-под кольца 2 забивает. Бросает со средней Сучков, не попадает. Беляет. Белосанян. Дальше двигают. Сучков со средней не попадает. Подбор за... Что там? Плюс-минус, смотри. Нормально. 79 минут от кто бегал. Но не попадает. Здесь такая вот передача со спиной на Рубцова. И Рубцов открытые 3 очка забивает. Отдает. Кузнецов несется. Рубцов еще один 3-очковый, но не попадает. Кузнецов несется. Рубцов еще один 3-очковый, но не попадает. Передача на Кузнецова. Кузнецов с разворота не попадает. Воробьев на подборе. Отсчитай сюда. Включается Воробьев и в последних атаках набирает свои очки, которые не набрал по истечении всего матча. И уже 11 с него. Вот так вот. На спинмуве теряет мяч. Ну и все. 20 секунд остается до конца. Символической победой. Очень равная игра была первые 3 четверти. Ну и